Девчонки, привет! Мы лежим, валяемся. Я уже не знаю, что делать. Что делать? Я хочу работать. Матвеечка, мама хочет работать. Делать дела домашние. Ну, не на работу, конечно, но ничего не дает сегодня Матвейка. А, сына, ну это невыносимо, а! Ты просто монстр. Ты просто монстр. Иди сюда, валяется. Валяется, катается, ничего не ест. Неужели это так на зубы такая реакция? Ну ты что делаешь, сына? Ой, все меня исколотил. Я вот сейчас делала букет из овощей, мамка делала. Не вздумай меня хватать. Какие капризы у нас, какие капризы. Везде лезем. Да, мальчик? Какой ты шустрый мальчик стал. Мама ничего не может с тобой сделать. Вообще, ты сегодня ничего не даешь делать. Это просто кошмар какой-то. Нежится. Ты же спать хочешь. Ты же баиньки хочешь. Да, и не спит, и плакал, и плакал. Вставай давай. Ты к мамке прилегаешь. Царапнул меня. Я с утра хотела огурцы солить. Вчера огурцы не прибрала, замочила их, в общем, просто в кастрюлю большую. Замочила и ничего не делала. Не получилось. А сегодня мамка думает, с утра будет ассорти делать, видео снимать. Ну, конечно. Ничего мы не делаем. Мы только букетик сделали. Сходила, пособирала овощей маленьких таких. Девчонки, сделала первый мой букетик овощной. Сейчас я вам покажу. Такой вот букетик. Такой букетик. Снимала видео. Не знаю, выложу я его или нет. Такой огурец торчит. Вот такой вот букетик. Я говорю, мне бы было приятно, если бы мне такой букетик кто-то подарил. Ну, конечно, надо прикладывать руки, и не все так легко, как кажется. На самом деле, даже сложновато, я бы сказала. Ну, надо нервы. Надо нервы железные. Надо железные нервы иметь. Тем более, когда ребенок ничего делать не дает. Я, наверное, целый час его делала. Я говорю, мамка, тебя поймала? А, поймала? Да, ты убегаешь от мамы? Бегом бежишь? О, это невозможно. Это знаете, сколько надо сил, энергии иметь? Целый день. Да, за тобой целый день надо бегать. Бежит к порогу, в ванну, к парням в комнату бежит. Везде бежим, 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 бежим. Очень шустрый мальчик, очень шустрый. Нам уже будет. Сына, тебе 10 месяцев. Через 10 дней нам будет 10 месяцев. Ой, зубы наши, зубы вверху. У нас два зуба проклюнулись. Хорошенько так проклюнулись, да? И еще 4 зуба лезет. Мамка вся красная. Ты меня всю истеребил. Мы наревелись. Наревелись. Кто плакал? Плакал Матвеечка? Мама говорит, спать. Нет, мы не спим. На стуле не сидим, ничего не едим. Кашу есть не стал, молока только попил. Да? Мама ни белье ничего не может убрать. Белье только развесила. Все же по своим местам. Парни в школе, муж на работе, Марина в училище. Да, мы вдвоем. Вдвоем бабушка еще. Ой-ой-ой, это вообще, это просто энерджайзер. Ну? На диван залазить хочет? С дивана прыгать хочет? С дивана прыгать хочется. Да, вот так вот. Кто такой мальчик? Капризный сегодня. Сегодня самый капризный день у нас, мне кажется. Куда пошел? Куда? Куда пошел? Ой, сыненька, сыненька ты мой. Ну, топай давай. Топай, топай ножкой. Да? Опа! Опа, не плачь. Все, побежали? Побежали. Давай ножками. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Давай, 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 давай. Ой, как радуется. На улицу. Говорю, пойдем сходим на улицу. Он здорово любит гулять. Матвейка любит гулять. Но у нас ветрено. Мы вышли в беседку. У меня от кастрюля. Кастрюля-то моя стоит. Кастрюлька с огурчиками. Огурчики меня ждут. Мне надо заниматься солением. Я одела косынку. Ой, приготовилась такая вся. Да, мамка? Мамка наготовилась, думает, будет огурцы солить. А Матвейка говорит, нет, мамка, ты ничего не будешь делать.
Ты будешь со мной сидеть, да? Пойдем выйдем ненадолго на улку. Прохладненько, конечно. Облачно. Ну, облачно, облачно. У нас вот качелю отец нам вчера не поднял. Я думала, мы сейчас выйдем на качели, посидим. Нет, конечно, ничего мы не посидим. Ничего мы не посидим, да? Ой, вдыхайся на воздух свежий. Какая красота. Ой, там у нас... Кто там у нас на заднем плане? Звезда наша. Звездочка. Звездочка наша. Ой, она звездочка. Ну? Что, звездочка? Ну? Ать какая, ать какая. Что-то она хочет от нас, да? Что она хочет, сын? Что, Матвейка, она хочет? Кушать что-нибудь вкусненькое, наверное. Да. Сейчас папа приедет. Папа приедет уже. Папка приедет сейчас наш. Да. И будем делами заниматься, надеюсь. Да? Какая рожки точит, чешутся, наверное. У тебя зубки чешутся, а у нее рожки чешутся. Да, да. Я говорю, как мычит звездочка? Как она мычит? И звездочка. Звездочка. Как звездочка мычит, сына? Кто там, сына? Кто там? Пришли, пришли. На другую качелю пришлось сесть. На другой качельке покачаемся, покачаемся. Домой пойдем, пойдем домой. Даже камеру не могу включить, сына. Нападает на меня. Руку схватил, с дивана прыгнуть хватит. С дивана, сыночка. Все, все. Нет, ты мой хитрюлька, хитрюлька мой. Правда такой хитрюсик? Ты хитрый мальчик? Давай отдыхай, лежи тут парочкой. Когда ты уснешь? Поспи маленько. Поспи маленько, ни минуты покоя. Ни минуты, сына, покоя. Да, что-то понравилось, видать, камера. Ой, какой. Да, камера понравилась. Кто там? Там Матвейка с мамкой. Мама там, Матвейка. Ага. Вот балдей лежи. Убирать все надо, сыночка, надо убирать, надо уборку делать, надо все делать. Ага, деловой. А, как мы любим это место. Не вздумай туда падать. Сына, не балуйся. Не балуйся, не балуйся. Он туда вот залазит. Мама. На кроватку. Мама. Мама, нет. Тебе не разрешает мама туда. Мамка сегодня в азарт пошла, в азарт. Папка приехал, привез грибов. Привез грибов, груздей, кучу-кучу. Я сегодня делала, ну, я уже показала вам, девчонки, вот такой вот букетик. Это первый мой букет был, первый. Ну что? Я решила сделать второй. Ах, какой... Надо, да? Надо? Смотри-ка, грибочки. Какие грибочки? Нажарить бы с картошечкой. Сразу прям так смотришь, так с картошечкой. Ай, какие букетики мамка сегодня делала. Букетики и девчонки. Аж жалко съедать. Съедать жалко. Красота. Красота. Девчонки, делайте, заряжайтесь. Это так интересно, это так заманивает. Да, мамку-то заманила. Марине наказала, сейчас они уехали. Как, купи мне бумаги, купи мне еще всяких. А этот букетик я сделала из того, что было. Ну, в принципе, так же, как и этот. Так же, как и этот. Какая прелесть. Какая прелесть, девчоночки мои. Да, да. Матвейка бы скушал. Матвейка сегодня помидорку пробовал. Да, да, скажи, помидорку скушал. Ой, надо, надо ручками.
Девчоночки мои, почему у меня такое настроение? Когда я делала эти букетики, нет, вот отвлекалась. Пока я делала, это отвлекает, это очень интересно. Увлекательно. Это увлекательный был аттракцион. Купили, потому что купили, все опять не то. Вот на меня никогда не угодишь. Вот кто-то мне из девчонок написал комментарий, сейчас не помню, там на том канале написали мне, что всегда я недовольна. Или тут написали, не помню, где написали, в общем. Ну, память девичья, что сказать? Ну, не угодишь, никогда не угодишь, да, действительно. Попросила купить бумагу, но они мне купили вот такую бумагу. Я хочу еще что-нибудь потом сделать. Ну, шоколадки купили. Ну, зачем? Ну, вот все, ну, вот мне все недовольно, сейчас говорю, включу камеру, потом посмотрю на себя со стороны. Какое у меня поведение бывает. Ну, поведение, конечно, поведение. Такие ленточки взяли. Надо было широкие, ну, шпажки. Шпажки, как шпажки, конечно, такие обычные. 80 рублей, кстати, стоят. 80, скотч 55. Это не знаю, сколько стоит бумага. Вот такая бумага упаковочная, не знаю, красивая, нет... Девчонки, ну мне вот кажется, вот такая бумага, я вот вначале-то как бы, ну, огорчилась так, а мне кажется, она бы подошла вот в этот вот такой букетик. Девчонки, а вот и у нас и вечер наступил. Наступил у нас вечер, но мы еще делаем дела. Я снимаю видео на тот канал, на канал «Простая жизнь. Ольга Зауралье». Ассорти Наташа. А закатала, девчонки, мальчишки. Мальчишки тоже. Ну, может, мальчишки тоже смотрят. Закатала, в общем. Вчера муж покупал виноград. Ну, конечно же, бы он испортился. И я сегодня закатала. Вот у меня получилось 4 вот таких баночки компота. Так что делаю дела. Муж еще грибы моет. Муж моет грибы. Матвейку только что уложил. У нас время 5 минут 12. Вот. А нам папка сегодня купила вот таких 4 пачки. Вначале одну пачку купил, потом еще 3 пачки купил. Это трусики. Трусики. Мы запаслись, девчонки, запаслись. Люблю запасаться. Делаете ли вы запасы? Такие прям серьезные запасы. Запасы продуктов, запасы чего-нибудь. Ну... Всего запас, любые запасы, любой запас — это хорошо. Я люблю запасы. Так что, ну что, хочу пожелать вам спокойной ночи. Такой вот у нас сегодня денек, такой какой-то вообще. Матвей сегодня капризничает, капризы устраивает. Что верхние зубки, 2 верхних зуба прорезалось, ну еще 2 вот уже совсем близко. Уже вот-вот, но они проклюнутся. И еще 2, это все верхние зубы. Они далековато, но тоже уже опухшие. В общем, вся верхняя часть. Ну, из-за зубов, наверное, он устраивает. Капризы, конечно, толком ничего делать не дает. Так что, вот так вот. Погода у нас. Погода, что-то про погоду. Гулять не сходить. Ну, мы выходили сегодня, немножко выходили, конечно. Но погулять не сходишь. Прохладненько так, прохладненько. Ночью вообще холодрыга невозможная. Так что сейчас у меня банка стерилизуется, вода кипит. Сейчас мы доделаем, конечно. Конечно же, мы доделаем. Куда деваться? Да, разберу свой букет. Разберу. Не хватило немножко овощей. Тут вот у меня помидорки есть, огурчики. Огурцов у меня вот. Тут еще дивно. Еще дивно. Ну, сколько получится. Еще. Ой, 2 банки еще хочу сделать. 4 банки. В общем, понемножку. И, как говорится, прибавляется. Это все надо тоже разобрать, убрать. Ну что делать? Разобрать. Че, дорогой, ты домыл грибы, ага? Да, я сейчас закончу. Ну, иди, мойся. Ну, что? Что, мойся, иди, конечно же. Домыл, доделал, все, слава Богу. Я тоже сейчас свою вот эту работу доделаю, уберу все. И слава Богу, все. На этом наш сегодняшний день рабочий. Рабочий наш, потому что мы целый день что-то делаем все равно, да? Так что, девчонки, делайте заготовки, заходите на канал, смотрите рецепт. Выложу рецепт. Я его выложу, наверное, завтра, потому что сегодня у меня сегодня 3 видео получилось. И не знаю, выложу, нет времени, потому что уже 12 час. Так что вот так вот. Буду снимать видео. Буду снимать. Ну что затягивать?
вздыхаю. Ну и, конечно, немножко устала уже. Слава богу, Матвейку искупали, он уснул, а то парни водились, парни тоже устали, тоже ничего, они учатся со второй смены, но все равно надо вовремя вставать, вовремя кушать. Вот, мы готовили сегодня вечером уже поздновато, потому что днем некогда было, я вообще была, я одна стрелялась одна просто, потому что мне хочется что-то делать, а он делать не дает. Нервничаю. Почему-то я нервничаю. Мне так хочется делать что-то, работать. Но еще бабушке, ее же надо поднимать, кормить. Я про это не говорю, конечно, но все равно надо отвлекаться туда-сюда, кормить ее. Так что, ну, это я за дело это не считаю. А дела вот какие-то такие вот серьезные. Что там мыть, убирать, ну, в огород идти, там что-то такое делать. Вот. Такого у меня ничего не делалось. И готовить даже не получилось. Готовили мы вечером. А что мы ели? А, ну кашу варила, кашу геркулесовую варила. У нас оставался борщ. Вот. Ну и вот так вот, в общем, пролетел наш день. День наш прошел. Ну, еще не закончился наш вечер. Так что, девчонки, всем спокойной ночи, всем желаю всего хорошего. Желаю, чтобы у вас так поздно никогда не затягивалось, как у меня. Потому что сегодня у нас 3 сентября и немножко мы делаем запасов, так что, ну, не получается нынче много. Да и урожай у меня особо не урожайница, нынче я не огородница, сильно я не это, азарта такого нету, ну, потому что ребенок туда-сюда, все как-то, в общем, так получилось. Ну, хватит, у меня еще с прошлого года осталось, так что, что будет, что припасем, то и скушаем. Так что, девчонки, припасайте, делайте. Всем всего хорошего, всем всего доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, девчонки. Буду ждать ваших комментариев. Так что всем всего хорошего, спокойной ночи вам. И всем пока-пока. А у меня же вода закипела. Так что буду сейчас закатывать баночки еще. Так что пока-пока, спокойной ночи, девчонки.